мы вышли от Таюши и движемся к площади фонтанов. Интересен тот факт, что праздник Новруз-Байрам включен в нематериальное сокровище наследия ЮНЕСКО. Вот и костер. В общем, здесь у нас будет ярмарка. Сейчас, конечно, народа нет и погода не располагает. Обыкновенные товары, ничего особенного. Сейчас я пройду к двойным воротам на площади и посмотрим, что происходит, какая подготовка там. Пройдем через крепость, выйдем около девичьей башни. И, наверное, там я сяду на автобус и поеду домой. Силуэт девичьей башни. Погода очень подвела. Всех подвела. Такая большая подготовка проведена. Столько мероприятий намечено. Очень будем надеяться, что все распогодится. Чари Шахерта. Живая история. Кипарис огромный. Стены древнего города найдены при раскопках.
выпадает миндаль. Мастеров. Здесь роспись по стеклу, роспись по керамике. Фрагмент. Спускаемся к проспекту Нефтяников. Идемте посмотрим огромные гигантские самяны. Японская айва уже покрылась листочками. Желающие могут прыгать. Кстати, эти костры нельзя насильно тушить. Они должны сами догореть, а потом золу отнести подальше от дома. Все, друзья, я думаю, что на сегодня я с вами попрощаюсь. И будем с нетерпением ждать завтрашнего дня. Будем надеяться, что погода улучшится. И мне удастся погулять по городу и снять интересные кадры о нашем празднике Новруз Байрам. Пока! До завтра! Опа!
7 раз, парень, давай, 7 раз прыгай. Ага, второй раз, так, давай с разбегу. Третий, он будет здоровый и счастливый. 3 раза, нужно 7. Много желающих снять эту девушку, но она, по-моему, раздумала прыгать. Двухэтажный автобус. Попустите, отвезет вас в интересные места. Подождет, пока вы погуляете, осмотрите эту достопримечательность. Пока, друзья, до завтра!